ищешь Христа, не смотри на людей, самых лучших и самых хороших, а потом не вини ты Христовых детей, что они на Него не похожи. Если к Богу идешь, а людей не споткнись, и для них не явись преткновением. Если ищешь Христа, то смотри только ввысь, и избегнешь греха осуждения, греха осуждения. Если хочешь смотреть на людей, как Христос, тот, кто все покрывает любовью, то цени их ценой Иисусовых слез на Голгофе, смешавшихся с кровью, что бревном не казался ничтожный сучок, на чужие ошибки, обиды ты смотри только с горних голгофских высот, с этих высей их просто не видно. И когда станет трудно по жизни идти, ты не жди, пока грех искалечит. Протяни свои руки к невинной крови, только кровь Иисуса излечит. А когда будешь счастлив на этом пути, и любовь будет жить в твоем сердце, верни тех, кто стоит у обрыва скалы, и для них у Христа будет место, для них будет место.